Друзья, почему об этом пока никто не знает, мы еще не в курсе. Скорее всего, родственники, а также сотрудники полиции скрывают эту информацию от общественности. Присаживайтесь поудобнее и смотрите свежий выпуск на нашем канале. Этой ночью в Подмосковье у загородных дом всем известного российского актера и артиста Константина Райкина проникли двое неизвестных лиц, которые избили актера и ограбили его. Соседи вызвали наряд скорой помощи, а также сотрудников полиции. Константин Райкин сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики сообщают о том, что пытаются спасти ему жизнь. Как это все происходило и что пропало из имущества Константина Райкина, пока неизвестно. Родственники отказываются что-либо сообщать, и мы пока не можем вам ничего рассказать, друзья. Но уже завтра рано утром на нашем канале появится свежий выпуск, где будут подробности этой трагедии, и вы будете шокированы, когда узнаете всю правду. Подписывайтесь на наш канал и будьте внимательны. Каждое утро мы делаем интересные выпуски для вас.